К другим темам выпуска. Уже в трех селах Саратовской области установлен карантин по африканской чуме свиней. Напомню, в Лысогорском районе в нескольких подсобных хозяйствах пали животные. У них впоследствии экспертиза выявила наличие возбудителя опасного заболевания. Первый тревожный звонок поступил из села Атаевка. Чуть позже зараженных свиней обнаружили в селах Невешкино и Большие Копены. Там произвели отчуждение поголовья. Около 500 животных пришлось уничтожить, чтобы не допустить распространения болезни. Во всех трех выявленных очагах установлен карантинный режим. Пока действует карантин, а это карантинная инфекция, поэтому для населения, чтобы было понимание, вот устанавливаются такие вот аншлаги, где написано, что это именно карантин. Действительно, пока идет карантин в течение 30 дней, запрещается ввоз и вывоз в неблагополучный пункт живых животных и любой животноводческой продукции. Но особенно, естественно, речь идет о свинине.